Здравствуйте, с вами магазин Автозвук.ua. Сегодня мы рассмотрим комплект светодиодных ламп от компании OLED, серия RR на цоколь H1, артикул RR-H1M1. Поставляется комплект ламп в фирменной упаковке. Давайте рассмотрим комплектацию. Внутри находится инструкция с гарантийным талоном и две светодиодные лампы. Лампы довольно-таки компактного размера, абсолютно полностью металлические. Мощность ламп 26 Вт. На каждой лампе используется по 6 светодиодов высокой интенсивности. Имеется две системы охлаждения. Активная в виде кулера и пассивная в виде радиатора. Подключаются на питание с помощью двух проводов. На проводе питания дополнительно есть драйвер. Металлический, герметично заклеен, пылью влагозащищен. Вторая лампа абсолютно идентичная. Сейчас одну из ламп мы подключим на питание 12 вольт и визуально посмотрим, как она будет отсвечивать. Подключаем 12 вольт. Лампа загорается, отсвечивает очень-очень ярко. Чисто белый световой поток данной лампы. Цветовая температура заявлена 6000 Кельвин. Мощность ламп, напомню, 26 Вт. После установки таких ламп в автомобиль нужно обязательно выставлять правильную светотеневую границу, дабы не слепить других участников дорожного движения. При покупке на комплект ламп обязательно распространяется гарантия, дополнительные характеристики и стоимость вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.